армяне продолжают захватывать медиапространство России. Сегодня национальная медиагруппа объявила о кадровых изменениях в сегменте развлекательного вещания. Новым заместителем генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генеральным директором телеканала СТС назначен Александр Акопов. Говорится в заявлении. СТС и раньше был неравнодушен к армянам. В качестве примера можно привести сериал «Последний из магикян», который транслировался на российском телеканале. Главным героем фильма был армянин Карен Магикян. И весь смысл сериала заключался в идеализации данного персонажа. Российским телезрителям вбивают в голову, что Магикян – хороший мужик и наивный добряк. В сериале наблюдались и обыденные провокации армян по поводу долмы, которая в сериале представлялась исконным армянским блюдом. И все это происходило во время Вячеслава Муругова, который пребывал ранее на посту гендиректора СТС. Что будет с телеканалом после назначения армянина Акопова, нетрудно догадаться. Низкопробный контент про армянской направленности заполонит экраны телевизоров россиян, которые со временем просто откажутся смотреть СТС, предпочтя ему другие телеканалы. В конечном итоге СТС ждет судьба другого одиозного СМИ, информагентства «Регнум», которое отличалось своей откровенно проармянской позицией, многократно тиражируя фейки в отношении Азербайджана. Благодаря усилиям экс-главреда Модеста Колерова за «Регнумом» прочно прилипло клеймо московского филиала армянского агитпропа. Как результат, «Регнум» полностью утратил былой авторитет, а Колеров лишился должности. Так что участи телеканала СТС не позавидуешь. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.